Завтра, я думаю, нам ожидает поредный футбольный праздник. Первое, знаете, участие в групповой этапе – это тоже праздник за футбол, праздник за всех нам. Завтра тоже, надеюсь, наша команда покажет максимальные уровни, которые есть у нас в этот момент. Надеюсь на хорошие игры, тоже на хороший результат. Знаю, что Макаби очень сильная и постоянная команда, которая играет всегда в Европе. Специально в последние 3 года, после приезда Жорди Кройф в Макаби как спортивный директор, команда добила еще больше и сильные уровни. Также у них серьезный и руководитель, и тренер в лицом Жорди Кройф, который я хорошо тоже знаю. А сейчас и Макларен консультант. Это гарантия за качество и за хорошую команду. Также наша команда надо смотреть на свои игры. Мы надо попробуем завтра. Всех футболистов играем на максимум наши возможности и надеемся на хорошие игры и хороший результат. Посмотрите, что...